И последняя накануне известная актриса театра и кино Елена Яковлева выступила с творческим вечером перед зрителями Якутска. Организатором вечера выступила компания «Вояжтур». Поклонникам народной артистка России известна по работе в таких фильмах и сериалах, как «Интердевочка», «Каменская», «Жуков» и многих других. Мой коллега Владимир Сенюшкин взял интервью у Елены Яковлевой за несколько минут до начала встречи. И вот эти вот встречи, которые я для себя иногда позволяю делать, они чисто импровизационные. То есть вот какая я сейчас есть, о чем я захочу сейчас говорить, как пойдет, и это чистая импровизация. И поэтому думать о том, как будет там реагировать зрители, у меня нет ни возможности, ничего. Мне нужно просто пытаться реально, как вы говорите, завоевать душу. Полную версию интервью смотрите в одном из выпусков программы «Арена событий» на следующей неделе.